Готовы представить вам следующего гостя. Доброго дня, давайте знакомиться с вами. Как зовут вас? Меня зовут Елена, я представляю Борисовскую керамику. Мы российский производитель жаропрочной посуды. Я смотрю, вы пришли как раз сегодня с образцами, причем не с обыкновенными, а с красивыми. Расскажите поподробнее. Да, это наш горшочек, горшочек для запекания. Он жаропрочный. Использовать его можно в духовке, в микроволновке. Благодаря своим свойствам красной глины мы достигаем эффекта красной печи. Так что продукция получается очень вкусная, сочная и полезная. А как вам приходит идея в голову создавать именно в таком дизайне, в таких расцветках вашу продукцию? У нас очень дружный коллектив. Мы все работаем над этим, у нас очень хорошие технологи, мы разрабатываем, советуемся, используем также мнение наших клиентов постоянных, поэтому все получается очень красиво. А следите ли вы в своей компании за какими-то трендами, основными новинками, которые происходят на рынке товаров и услуг? Конечно, это все анализируется нашими сотрудниками, поэтому всегда новые изделия, которые у нас выходят, шагают в ногу со временем и с модой. Что можно сказать потребителю сегодня о вашей продукции? Что наша продукция действительно качественная, красивая и, главное, произведена у нас в России, поэтому родная. Это действительно приятно. Я желаю вам успешного бизнеса, и пусть новые клиенты, новые покупатели окажутся в числе ваших постоянных клиентов. Спасибо большое, очень приятно было. Спасибо. Всего доброго, до свидания.